давайте сейчас еще раз покажу вот эту вот компанию теплую. Вы знаете, Елена Александровна Савинич, наш единственный представитель в науке, вот, она получает диплом по повышению квалификации вместе с докторами и прочими профессорами. Вот, видите, я тут одного знаю, Ваулина. Единственный, кто снизошел до Железова и купил у него когда-то саженцы и недавно, в прошлом году, косточки. Вот он действительно не побрезговал. Вот. Ну, я к чему это? Это просто у меня вырвалось. А на самом деле, я что хотел сказать? Значит, вот это наша фотомодель. Так, видите? Годится в ведущие. Привлечет внимание молодежи, как вы думаете? А нам это очень важно. Это она читает лекцию. Ну, побыла, потусовалась. Скорее всего, мне почему-то кажется, что вот эта конференция была для галочки. Я сам на такой присутствовал в Москве. Это было для галочки. Отсюда вопрос. Как лабораторию дали? А ведь она давно далеко не новичок. Умнейший, грамотнейший человек. А еще от Слевинского заводства взяла все лучшее. Кафедру дали, грант дали. Рано. А сегодня рано, завтра поздно. Я столько семян надавал, и столько еще наобещал пересадить. Вот, заведет свой сайт, будет, знаешь, как это, как Сычев, тоже ученый, уникальнейший ученый, ушел с науки в частный бизнес. Вот, и все разбегутся. А это так, жалко, конечно. Не выдержала душа, вот и высказал. Вот. Ну, а теперь сравните с Платоновым, с Ганчиным. Кто настоящий ученый? Или что, намеки не проведешь? А? Вот она, настоящая наука где. Вот. Я ей сказал, Елена Александровна, запомни. Это самое морозостойкое в мире сеянцевый персик. Самый морозостойкий в мире.